Никита Степанов, игрок СПБ группы ТД. Никита, первая игра сегодня. Тогда расскажи свои впечатления. Ну, не очень удачно сыграли, да. Первая игра. Ребята, кто-то сегодня только доехал, поэтому немного скомканно получился первый матч. Но ничего, еще две игры прибавим. А какие задачи команда ставит на сезон? Да, задачи максимально. Выходим на каждую игру, задача выиграть одна. Спасибо.